Интрига затянула, вот так. Да. Надеюсь, что он будет работать. Должно. Ничего, так, значит, просили нас творческие подарки, пожалуйста. За ним. Куда, куда Дениса горит? Приговору. Спит там. Спит? Сейчас? Да. А Саша там или уже уехал? Там. Привет, сколько лет, сколько лет? Привет, привет, Саша. Это, мы тут папин день рождения празднуем, смотри, сколько людей собралось. Ты же не с нами. Вот сейчас я пригласил. Ой, сколько вас там собралось. Ну, вы даете. Как ты нас клубничкой... Бабушка, девушка, позови, пускай поздравит. Как ты нас клубничкой угощал? Скажи, что на тебе, на тебе, туда. И не пообщаться. Привет. Привет. Здравствуй, Санкт-Петербург. Вот это, поздравить можете именинника. Володя, да. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья хорошего, счастья в личной жизни и долгих лет жизни, и семейного благополучия, и всего хорошего. Да, отец, мама и папа. Там, там. Все все палят. Поздравляю тебя с юбилеем. Желаю только, чтобы у тебя хорошо было здоровье. Чтобы у тебя в личной жизни было все хорошо. Долгих долгих привет, здоровья. О, кстати, открытку-то мы тебе и не принесла. Купи, я не принесла, и сейчас я тебе покажу. Открытку тебе отбавахали. Показывай. Вот. Поздравить и забыли. Ну, давай, короче, давай, еще раз поздравляю тебя от всей души, еще и от меня, чтобы ты еще долго-долго жил и трудился еще на благо Родины. Ура! Это был шарик. Это шарик попал. А, ну ладно, вот. Это меня, подключим, как раз тебе сейчас включу. Можно? Да. Сейчас я перебрал. Были, наверное. Эй, куда пошел? А, вот. Саш, я просто думаю, не жив. Саш, куда пошел? Куда он пошел-то? Не, мы не Саш, я не вижу. Володя! Саш! Ну, да, я не могу, Саш. Куда он пошел-то? Что за ерунда? Ладно, все, давайте. Пока. До свидания. До скорой встречи. Да, до свидания. Это Таганрог, да? Да. Привет Таганрогу. Пока. Вот так. Так, я не опоздал, а? Да. Я как раз... Так, дорогой брат, сам ты читаешь или нет? Сюрприз называется. Моего брата и по телевизору показывали, и тут показывали. Это репортация была. Вот техника дошла до чего. Да, вот это техника. Научи! Нельзя, все тебе передавать. Таня сказал. Володя, поздравляем тебя с юбилеем, что пожелать тебе, сынок, здоровья, счастья, удачи, если будет путь жесток, не брат духом и не плачь, будь добрым, люби людей, живи светлее, чем вчера, и никому не пожалей улыбок, дружбы и добра, папа и мама. Володя, поздравляем тебя с 15 лет. Ой, 50 лет. Так, вот сейчас еще и мама с папой появится. Да, а он один. Он настоящий. Настоящий. Сажает за стул. Сейчас, подожди. Вот это, да. У нас один напротив. На брата глядеть. Так нет, ну, может, рядом все-таки с братом. Она не знает, здесь Рит. Может, мы поближе тут? Ну, конечно, поближе. Сюда.
Да, ну как? Понравилось? Сюрприз понравился? Так что, вы дожуете? Да, боже, это не отошел. Я все понял, но не понял. Я не терпел. Это секрет.